20 минут о красивой жизни в красивом городе. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Во втором сезоне проекта «Модель X+» участвуют не только девушки с пышными формами. Обладательницы стройных фигур также хотят научиться правилам формирования стильного и рационального гардероба. А во время практических занятий и лекций их посещает программа «Beauty Time». Средства для снятия макияжа и крем на ночь. В лучшем случае еще тоник. Так по традиции ухаживают за собой множество женщин, не задумываясь, что такой подход давно устарел. Сейчас в моде сияющая кожа, и чтобы добиться этого эффекта, надо знать о современных уходовых линейках. Именно поэтому идея просвещения девушек в мире косметики стала одной из главных в проекте «Модель X+» от имидж-клуба «Светлана». И, наконец, мы добрались до состояния кожи. И сегодня вот как раз Ольга Геннадьевна рассказывает о том, как нужно правильно подобрать крема уходовые, потому что женщины в основном за 40. И понятно, что никакое нарядное платьеньки, красивые туфли не спасут, если не ухоженная кожа. Быть красивой – это ежедневная трудная работа. То есть это необходимо. Я всегда говорю, что не забывайте, не так просто женщинам, не только женщинам и мужчинам продлили пенсионный возраст, но тем не менее, то есть сейчас, поскольку в мире все меняется, да, новые технологии какие-то, да, все появляется, то есть сейчас быть, ну как бы рано состариться, это вообще антитренд. И нашим женщинам нужно этому научиться, чтобы это стало нормой. К сожалению, еще вот, вы знаете, даже не то, что там 50%, мне кажется, еще процентов 70-80 женщин вот даже близко не подошли к такому уровню. То есть для многих это просто какое-то открытие, что нужно каждый день вот это вот первое, второе, третье, четвертое, десятое, все это, значит, наносить, зачем-то это все. И вообще выглядит замечательно. Вот для них это как бы, да, удивление вызывает. В повседневной жизни мы это не используем. И нам всегда некогда, мы бежим на работу, дети, семья. А здесь специалист показал, что сейчас есть нового для женщин, что можно действительно использовать. И на это не так уж много, оказывается, и времени уходит. И в то же время ты свежа, молода и сама себе нравишься. Уходовый комплекс по типу кожи сегодня подбирается индивидуально и целенаправленно. В идеале начинается все с аппаратной диагностики, а затем специалист занимается таргетированным подбором. Мы их учим, как правильно, вот эта вот 10-ступенчатая система ухода корейская, как правильно это все наносить. То есть там есть такие, допустим, какие-то средства, которые они вообще, может быть, первый раз видят, слышат. Ну, тем и интереснее это все. То есть они очень получают много знаний. Достаточно уже активно, но, конечно, не 10 средств, но средства 4-3. Когда им специалисты рекомендуют необходимую именно для ее типа кожи линейку, то результаты не заставят себя долго ждать. Каждая девушка прошла такую индивидуальную консультацию, получила чек-лист, что ей необходимо иметь в своей косметичке, чем пользоваться и как пользоваться. Мы несем ответственность за то, что здесь происходит, за те знания профессиональные, которые женщины получают. Это все из уст профессионалов. Если следовать всем этим правилам, результат не заставит себя ждать. А когда кожа свежа и подтянута, время задуматься о декоративной косметике. И сейчас участницы проекта отправляются к визажисту. Первую девушку мы выбрали, у нее очень чувствительная кожа, которая требует вообще очень щепетильного ухода. И есть такие специальные кушоны, которые с помощью минимальных действий использования, да, косметики минимального позволяют получить вообще замечательный результат. А вторая девушка, мы покажем, как можно создать лифтинг-эффект с помощью тональных средств. Девушки, конечно, не зря пришли на этот проект. Это показывает их стремление к красоте, к уходу за собой. И поэтому у них, у многих, вообще у некоторых ничего не было. У некоторых половину мы выкинули, у некоторых мы еще будем тестить косметику. Но они на верном пути. Мы им, конечно, поможем, соберем здесь косметичку, и они будут довольны. На самом деле косметолог и визажист одобрили
то, что у меня было в косметичке, но Тони Моль, южная корейская косметика, открыла для меня новое. Я никогда не пользовалась и приобрела несколько средств на уровне с лакшери косметикой. Очень хорошие средства, хорошее качество, цена. И я начала уже пользоваться. Все секретики рассказать не могу. Они для каждого человека индивидуальны, также для каждой участницы. Нам подбирали по типу лица, кожи. Рассказали интересно про уход с волосами. Также бытовая косметика, что очень интересно. В каждой семье, как для женщины, так для мамы. Вот. Поэтому все очень интересно. Запомнить все эти названия и категории продуктов с первого раза достаточно сложно, но организаторы Модель X Plus надеются, что это знакомство с бьюти-экспертами перейдет в крепкую дружбу, а значит, обратиться с вопросом можно будет не только во время сезона, но и после него. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Это аппаратный микронидлинг. Это аналог ручной мезотерапии, потому что мы с помощью данного аппарата совершаем большое количество проколов, что стимулирует значительно выраженную выработку коллагена кожи и улучшает проникновение активных веществ, которые мы наносим, ну, непосредственно во время процедуры. Это история про омоложение и увлажнение без шприцов, хирургии, без синяков, отеков, а также без боли. После процедуры нет реабилитационного периода. То есть мы не увидим ни следов от проколов, ни каких-то микросинячков. В начале процедуры, конечно же, мы делаем демакияж, мы очищаем кожу специальным препаратом, подходящим по типу кожи. Затем мы наносим химический пилинг, опять же, тоже подходящий по типу кожи, по возрастным изменениям. На сам пилинг мы наносим мезококтейль, который подбирается специально для пациента индивидуально. И уже по мезококтейлю начинаем работать аппаратом. Составы коктейля совершенно разнообразные. Конечно, подбираем все индивидуально, по показаниям. Это и витаминные комплексы, и пептидные препараты. Аппарат производит 2000 вколов в секунду. Иголки настолько тонкие, что не травмируют кожу. За один сеанс проводится около миллиона вколов. Такая микроперфорация позволяет ввести глубоко в дерму специальные сыворотки, которые решают различные проблемы. Это хорошее уплотнение кожи, повышение ее тонуса, эластичности, уменьшение сеточки мелких морщин, уменьшение выраженности, проявление купероза, то есть сосудистых патологий кожи. Это уменьшение и, может быть, даже устранение пигментных пятен, застойных пятен после угревой болезни. Данной процедурой мы работаем как на коже лица, шеи, декольте, так и на волосистой части головы. Если мы начинаем делать эту процедуру, если есть телогеновое выпадение, то оно останавливается буквально уже через 1,5-2 недели. У процедуры нет существенных противопоказаний, но мезококтейли настолько активны, что выбирать их может врач-косметолог только после внимательного изучения состояния кожи. Нанопор назначают как самостоятельную процедуру, так и в комплексе с другими методиками. Мы стараемся как можно больше решить за одну процедуру. Мы тут же сделали и пилинг, мы тут же выровняли кожу. Но и самое главное, у нас пациент встал и пошел на свидание, на любое мероприятие. А еще это история про экономию времени. Ведь все мы хотим не только комфортно и безопасно, но еще и быстро. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Медиарт. Утонченная классика. Медиарт. Безупречный силуэт. Женственность. Главный модный тренд.
Меди Арт – это платье вашей мечты. Меди Арт – гарантия восторженных взглядов. Танцевальный ресторан «Танцор Диско» представляет яркие красивые праздники для девушек в честь 8 марта. 4, 5 и 6 марта корпоративы с шоу-программой и обаятельным ведущим. 7 и 8 марта вечеринка «Цветы для Клары», танцевальный мастер-класс и десерт каждой даме. Танцор Диско. Бронирование столов по телефону 27 07 600 23 07 055. Бутик «Эвона» на Пушкина 60. Смелые образы и демократичные решения на все случаи жизни. Размеры от XS до Plus Size. Регулярное обновление коллекций. Подробности на «Эвона Бутик 74». Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем выпуск. Ходить по магазинам с подругами легко и весело, а вот шопинг со стилистом – мероприятие скорее информативное и полезное, поскольку они, стилисты, знают о моде все и видят стилистический потенциал каждого предмета. Основательницу собственного тренд-бюро Анну Глазкову мы застали в процессе обзора коллекции бутика «Эвона». Коллекция яркая, и я люблю цвет, вы об этом знаете. Не очень доверяю черному, но используем в своих обзорах, используем в своих образах. Покажу любимое мое платье. На самом деле мы уже его брали для клиентки. Мне очень нравится современный принт, нравится яркость. Платье достаточно свободного кроя, можно носить под пояс, под какой-то акцентный. Можно надевать пояс, например, как у меня, мужского стиля. Есть такой лайфхак. Когда вы сомневаетесь между размерами, выбирать, например, 40 или 42, делайте выбор в сторону большего размера, потому что сейчас главное в силуэте воздух. Между вашим телом и изделием обязательно должен быть воздух. Я много раз рассказывала, что сейчас в моду входит такой силуэт вещей, как будто вы забрали вещи у бабушки или дедушки, немножко которые веют олдскульностью, но это современные вещи. И одна из тенденций, новая, которая к нам пришла, это объемные кардиганы. И в коллекциях и весна, лето, и осень, зима наступающего сезона. Сейчас идут недели моды, я занимаюсь анализом уже этих коллекций. Огромное количество таких кардиганов. Это ваша долгосрочная инвестиция. Можете смело покупать. И я вам открою тайну, что леопард никуда не уходит. Леопард стал базовым принтом, поэтому можете его смело использовать в своих образах. Объемы тела читаются по-разному, и бедро бывает круглое с разных сторон. Я вам говорила, что когда круглость выходит немножко по бокам, не стоит покупать такие короткие кардиганы, кофточки. Но есть округлость, которая выходит с задней планки. И поэтому здесь подойдут вещи с удлиненной задней планкой изделия. Так что имейте в виду, если вы поняли и считали свои параметры тела, то вы грамотно выберете нужную вам вещь. Ну или вы у нас в моде, я нашла вот такой очень крутой укороченный тренч, куртка. Куртка полностью из кожи. В размере плюс сайз есть похожая модель, но задняя планка из трикотажа. Для чего это сделано? Чтобы она лучше села по вашей спинке. Тренд на прозрачность никуда не уходит. И я вам предлагаю использовать этот тренд нетривиально. Здесь мне очень нравится вот этот жакет. Даже разделив это в костюм, вы можете использовать его во многих комплектах. Он может быть уместен также с такими же джинсами, как у меня. Только сюда вам нужно будет добавить туфельки-лодочки более нарядного стиля. Или взять эти брюки и сделать базовую модель вашего гардероба. На мне размер плюс от моего. Он будет более сидеть точенно на фигуре. Но смысл будет понятен. Я добавила белые лодочки, чтобы добавить свежести. Подержала украшением с имитацией жемчуга, чтобы связать верх и низ в моем комплекте. Но я прям вижу этот жакет с джинсами и с классными казаками. Очень красивая юбка пыльно-розового цвета. Пастель тоже всегда преобладает в весенней палитре. Я бы сочетала не с тривиальными оттенками, например, с оттенками мяты, зеленого или даже с хаки. Очень красивое сочетание. Мой любимый комплект, который участвовал в нашей съемке, это вот такой вот комплект из такой очень плотной ткани с небольшим блеском. Большая проблема светлых вещей, что они просвечивают. Здесь плотная фактура ткани не дает пробиваться тому, чему не нужно. Опять же, вы можете вместе
Надеть этот комплект будет очень нарядный, праздничный. Сам большой запрос на шопингах: купите мне красивое платье. Здесь представлено много женственных моделей. Я смотрю, что здесь есть уже в комплекте пояс, что очень хорошо, чтобы выделить талию. Черно-белая палитра, которая никого не пугает, хорошо сочетается. Но я бы сюда накладывала какой-то очень яркий верх, например, пальто ярко-зеленого цвета, ярко-красного. Мы взяли платье монохромных оттенков, черного с белым, и добавили кардиган, который как раз имеет более длинную длину. Здесь можно также его запахивать, надевать сверху пояс, но мне все-таки хочется цвета. Я человек, который просто обожает цвет. И посмотрите, как красиво будет смотреться какой-то красный жакет или красное пальто с тем же самым платьем. На обуви и аксессуарах остановимся подробнее во второй части нашего обзора. А пока еще раз образы, которые окажутся ультрамодными предстоящей весной. Ты яркая девушка размера плюс сайз. Любишь свое тело и давно мечтала стать моделью? Тогда прими участие в конкурсе красоты «Леди Мармелад» и выиграй 100 тысяч рублей. Подробности в группах «Конкурс Леди Мармелад». Приглашаем партнеров. Кул-лифтинг – это мезотерапия без уколов, плюс гидротерапия, карбокситерапия и криотерапия. Работает в глубоких слоях кожи, увлажняет, способствует разглаживанию морщин и выравниванию тона на поверхности. Методику кул-лифтинг оценили столичные звезды. Ощущение, что я выспалась на облаке, такое легкое, такое приятное, прохладное прикосновение. Это прекрасная альтернатива уколам и инъекциям. И это действительно оружие красоты. Это однократная процедура для красной ковровой дорожки, как мы говорим, и курсовая процедура для, допустим, коррекции обезвоженности, либо для коррекции морщин, да, либо для коррекции плохого цвета лица. Если хотим наблюдать стойкий эффект, нужно выполнить курс из 6-8 процедур. Инновационная методика кул-лифтинг появилась и в Челябинске. Она представлена в имидж-студии Елены Ивановой. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Вы смотрите «Beauty Time». Красивые подробности красивых событий в формате «No Comment» в завершении выпуска. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и будьте в курсе. На этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».